Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. И специально для вас данный выпуск. Краткий гайд по плейлистам за 5 минут. Что смотреть? Но прежде всего я хочу вам сказать, что у нас с вами отличная новость. Мы специально для вас создали наш канал в Instagram. Друзья мои, подписывайтесь на наш канал в Instagram. Здесь на самом деле очень интересно должно быть, потому что, во-первых, здесь запланированы видео по, соответственно, разговорному английскому языку. И также здесь удобно делиться с новостями и читать ваши комментарии. Здесь прямая связь. И вот я открыл видео, и здесь вот также пишите ваши заявки по немецкому языку в Инстаграме. Видите, ich mag Deutsch und Englisch. То есть мне нравится их mag Deutsch und English. Мне нравится немецкий и английский. Также пишите, соответственно, я вижу вот различные вопросы. И вообще мне пришла в голову такая мысль. Это ответить на ваши вопросы, какие у вас есть именно в нашем Инстаграм-аккаунте. И сделать краткое видео, кратко. Поэтому пишите под этим видео как раз ваши вопросы. И я думаю, мы сможем на эти вопросы ответить в нашем как раз Инстаграм-канале в видеоформате. Я думаю, это будет удобно. Пишите про плейлисты, про приложения, пишите разное. Это очень интересно читать или в нашем аккаунте. Здесь же видео, видите, краткий гайд по плейлистам за 5 минут. Что смотреть, друзья мои? Это мой рейтинг. Он не основан на просмотрах, это чисто мое мнение. Если ты думаешь, что какой-то другой плейлист, пожалуйста, напиши. Вот действительно, должен писать действительно, видишь, what's the best playlist? What's the best playlist? То есть, какой лучший плейлист? Действительно. Ну, друзья мои, безусловно, по всем показателям это оранжевый плейлист. Я абсолютно согласен, но если учить с нуля, то порядок следующий. Самый легкий, на мой взгляд, это золотой плейлист. Здесь, видите, очень медленно все разжевывается. Видите, 600 видео, но они того стоят, потому что здесь действительно все очень продумано и очень такое плавное усвоение материала. Именно золотой, он помогает дать такой легкий старт. После золотого на помощь это зеленый плейлист. Он посложнее, но он удачно дополняет. Дополняет здесь до уровня, чуть ниже среднего он идет. Золотой плейлист записан полностью первый уровень, хотя заявлено как beginner, на самом деле это уровень выше. Друзья мои, продолжение запланировано, но чуть позже. Потом в конце видео даже скажу почему. Вот эти два плейлиста я считаю это хит. Вот на третьем месте это оранжевый плейлист, вот, но именно для тех, кто с нуля. Если у вас уже есть какая-то база, то, конечно, вы можете прямо начать с оранжевого плейлиста. И здесь еще мое преимущество, что здесь уже много видео. Здесь, если в золотом, смотрите, видите, 600 и уровень начальный подробно. Здесь где-то в зеленом 500 и уровень чуть ниже среднего. То есть здесь преимущество золотого, что, видите, он введен до самого высокого уровня. Значит, по грамматике, видите, как было заявлено. Видите, это важный момент. Это полный плейлист. И также экспресс-курс покороче, чем оранжевый, это синий. Но, может быть, здесь поменьше лексики, но отличное дополнение, тоже полный плейлист. То есть преимущество этих плейлистов, что они именно полные. Но мы еще не ставим точку на этих плейлистах. Напишите ваши вопросы. Далее, также, вот есть такой экспресс-курс, это 10 уроков. Английский язык за 10 уроков. Тоже, я считаю, этот курс стал хитом. Все за 10 уроков понять, как устроен язык. И видите, здесь видео не по 5 минут, а по часу. И отдельно я вынес также в этом рейтинге наш новый плейлист, который называется «Английский язык по плейлистам». Он так и называется. Плейлист пока активно наполняется. И я думаю, что данный плейлист получит признание. Но позже. Почему? Потому что здесь он максимально доступен для новичков. То есть первый уровень максимально простой. Но это лишь первый уровень. Далее идет elementary, то есть запланировано. Опять же, хочу сказать, вот 55 уроков на каждый уровень, 6 уровней. Но в уроке, опять же, есть теория и практика контрольная, поэтому получается где-то 300, соответственно, видео запланировано. Не все как бы могут найти время, чтобы посмотреть 600 видео вот первого уровня золотого плейлиста, поэтому золотая середина. Я думаю, что этот плейлист получит признание позже.
но он очень важен. Потому что здесь активно я слежу за лексикой и за добавлением новых слов. И также на English Professional есть отдельные плейлисты, но есть разные видео на всех каналах. Но вот мне кажется, что для старта это золотой и зеленый, также в помощь оранжевый, синий. Отдельно, чтобы о языке представления именно вот этот зеленый такой, видите, особого цвета и новый хит. Ожидается новый хит, это как раз английский по плейлистам. Это мое мнение. Какой у вас любимый плейлист? What's your favorite playlist? Напишите в комментариях, мы все ждем. Вот краткий гайд, друзья мои. Смотреть можно, опять же, параллельно, слушать фоном. И как раз, друзья мои, следите за своим прогрессом. Главное, слушайте больше фоном.